Здравствуйте, уважаемые друзья! Сейчас мы затоим с вами самый простой, на мой взгляд, вариант стримера, которым можно ловить практически любую хищную рыбу. Подготовлю немножечко для себя крючок. И промажем немножко клеем цевьё и приступаем к вязанию. Для сегментации тела я возьму все те же остатки силиконовой резины. Креплю в районе где-то середины крючка. Подхватил и в натяжку проматываем до самого загиба. И здесь оставили. Теперь я беру кусочек фольги, вот такой, креплю у загиба. И проматываю до самого теперь колечка, стараясь немножко подровнять тело. Не доходя миллиметров 5 до загиба, делаем пару по полуузлов. Промазываем цевьё клеем. Для удобства я, так как кусочек короткий, прихвачу его перодержателем и начинаем производить обмотку тела. Слегка подтягиваем. Крепим и остатки отрезаем. И теперь по всему телу я с небольшой натяжечкой делаю сегментацию. В конце я с натяжкой делаю один полный оборот и по телу сегментирую наш
стример. На месте крепления капнем немножечко клея. И поменяем нить. Теперь вместе окончания всех наших намоток мы с вами сформируем крыло. У меня были вот такие остатки перьев индюка. Можно использовать это вопреки всем законам вязания мушек. Любые перышки, которые вы можете даже найти на улице, даже от голубя. Вырежете себе небольшой фрагмент, вот как я, подготовьте его примерно по длине. Длина должна быть чуть больше длины крючка. И в месте, где мы с вами закрепили все наши элементы, притяжной петлей крепим наше крылышко. От того, как вы будете держать руки, ваше крылышко туда же и будет смотреть. Поэтому желательно, прежде чем вот так расщепить пальчики, посмотреть, насколько хорошо у нас крыло будет лежать. Вот мы подготовили. Теперь проматываем место крепления еще дополнительно. Хорошо, ой, хорошо теперь. И теперь отрезаем остатки пера. И окончательно здесь теперь сделаем капельку клея, хорошо промотаем. У меня оставалось вот такое перышко гризли. Я его здесь же закреплю. Для того, чтобы сделать обмотку. И перышком буквально пару оборотов делаем у загиба
подравниваем бородки наши. Вот так. И теперь закрепим перо и сформируем головку. Вот мы закрепили, окончательно отрезали перо, сформировали головку у нашего стримера. И у нас вышел вот такой красавец. По-моему, проще и с минимумом материалов навряд ли что можно сделать. Разве что голый крючок с опушкой. Благодарю за внимание. До скорых встреч.